Айвар не понимал, куда бежит и что с ним происходит. То ли время остановилось, то ли он попал в другое измерение. За спиной он слышал злобный вой и возню тысяч существ. Кто они и откуда? Что им нужно? И когда все это закончится? Живем, не задумываясь для чего. А зачем задавать себе лишние вопросы? Вопрос, как жить, встает перед нами только тогда, когда мы испытываем материальные и прочие трудности. Один молодой человек, так же, как и все, тоже считал, что ну зачем усложнять жизнь? У него было все необходимое для того, чтобы спокойно плыть по течению и получать максимум удовольствия. Но этим история не ограничилась, иначе бы мы не стали ее рассказывать. Наш герой столкнулся с чем-то неведомым, что за одну ночь изменило его отношение к жизни. Человек никогда не знает, что с ним может произойти в следующую минуту. Программа «Знаки» — невероятная история о реальных людях. Айвар был обычным молодым человеком. Самоуверенным, немного самовлюбленным, словом, прожигающим жизнь в кругу своих многочисленных приятелей. Он считал, что все в этой жизни можно купить или продать. Своя стоимость есть у всех и вся, вот главная формула жизни. Если ты сумел назначить правильную цену, значит будешь на коне. Небольшой бизнес процветал. В те дни зарабатывалось легко. Отхватил, перепродал, при нужных связях никаких проблем. Отцовский дом перешел к Айвару по наследству, как к старшему сыну. И он был рад, что ему не приходилось беспокоиться о жилье. В отличие от младшего брата, который ютился со своей семьей в однокомнатной хрущевке. Сколько тебе нужно? Но это я тебе не дарю, чтобы ты отдал, понял? Через неделю. В отношении женского пола мужчина должен вести себя как боец на поле брани, считал Айвар. Покорять, завоевывать и никогда не останавливаться на достигнутом. Поэтому девушек у него было бесчисленное множество, доступных легкомысленных содержанок. Постоянных отношений и серьезных девушек Айвар боялся. Ответственность, узы, к чему такие жертвы? Но где-то в глубине его души таилась обида. Почему добродетельные, воспитанные девушки обходят его стороной? Как-то раз Айвар ехал в соседний город по своему бизнес-проекту. Ничего особенного эта поездка не предвещала. Только небольшое беспокойство за крупную сумму наличных, которая находилась при нем. Постепенно, как и бывает в дороге, беспокойство сменили воспоминания. Они напоминали быструю промотку не связанных между собой эпизодов прошедших дней. Лица, шутки, нелепые фразы людей, которые сейчас показались Айвару обидными.